Всех приветствую, мы продолжаем проходить Сома. Мы остановились в прошлый раз здесь, да, записываю подряд, поэтому пока не видел вашу активность, но заранее спасибо. Реально, спасибо огромное. Вот, остановились мы здесь, короче, здесь что-то включили, и наш главный герой сказал, что кто-то специально хочет, чтобы мы пошли туда на микрон, да, на микрон, поэтому мы все в этой серии туда пойдем. Вот, а вот это наша помощница сказала, что нам туда и нужно, let's go. Ну, как говорится, знаете, мы знаем, да, что в играх, если хочется получать, значит, не все так легко. Значит, не все так просто, да, что мы просто очень легко все получается, то есть мы разгадали быстро код. Это очень легко, поэтому как бы очень странно. Эта штука, кстати, очень такая, ну, злая, как, ну, злая, типа это ИИ, типа искусственный интеллект, я понимаю, да, мы к нему подключаемся с помощью, хотя это ХПшка, но мы к нему подключаемся, поэтому я к нему не подключаюсь в последнее время, в последний раз только в прошлой серии, да, подключился. Вот, это в начале только, потому что я не знал. Вот, а так, в принципе, вот. Вот, поэтому, Саш, поудобнее, давайте пледик обязательно. Приятно все кушать, приятно чипить, кофепить или пить воды при одного просмотра. А мы, собственно, продолжаем данное путешествие. О, привет! Так, ну что, let's go на микрончик, ебать. Бля, ну то, что реально все просто получается, такое себе, честное слово. Такое себе. Прям вот... данной игры, там с первой серии будет описание, да, там ссылочка на плейлист, и в верхнем правом углу там будет подсказочка на прошлую серию, в принципе, на плейлист также, поэтому посмотрите теперь все, кто не смотрел. Но игра пиздец какая интересная. На прошлой серии даже мы, блядь, бегали уже не сказать этих монстров и монстров, чешо. Бля, ну сейчас какая-то либо хуйня будет, либо нам просто тут пройти. Но мне кажется, сейчас какая-то тема будет. Ну ебать, спускайся. А, ну все, темнее стало, конечно, блядь. Это уже проходили, ебать. О, ебать. Брат. А, вот на микрон. Бля, ебать, как рядом находится, блядь. Не все так легко. Эй, давай, открывай! Что за хрень? К апокалипсису готовятся? Омикрон на карантине, поэтому не ответили на наш вызов. Эй! Господи, Страски, это же радио. Ты как будто напрямую докричаться хочешь. Джонси, ты там как? Слушай, я знаю, что ты из молчунов, но все-таки иногда говори что-нибудь, чтобы я знала, что ты в порядке. Джонси? Джонс? Открывай! Твою мать! Давай опять в пристройку, может, пробьемся. Мы теряем Джонси, надо вернуть ее внутрь. Соберись уже! Альвара, мы сейчас ей ничем не поможем. Включай стазис, давай проверим пристройку. Понятно. Бля, ну все так легко, нах. Опа. Портал. Портальный кран. Тоннель челнока. Полигель. Омикрон. Портальный кран. Нам получается сейчас нужно вход. Ну, получается, сейчас мы только нам туда войти нужно, да, пройти туда и попасть в портальный кран. И в подъемник. Понятно, да. А задний что? Блять, ну let's go, чё нахуй. Блин, воспользуюсь другим входом. Каким, блять? Разве есть другой вход? Ну, только здесь он есть.
Челнок нам нужно сесть. Естественно, нахуй, да. Надеюсь, это верный путь. Да, я тоже надеюсь. Чё за хуйня? Что за хуйня, блядь? Бля, не нужно этого хуя сюда, бля, которого нельзя смотреть. Не надо, блядь. Блядь, не надо его сюда, пожалуйста. Ну не надо, блядь. Блядь, я так там, сколько, 3-7 раз не сбегал, блядь, бегал нахуй. Опа. Мы идем к костюму. Ага, да. Понятно, нахуй. Давай сюда, блядь. Да? А, нам не сюда, да? Нам туда. Вот. Второй вход. Нам туда. Там посмотрим, что там. Ой, ты, блядь. Ну, здесь пизда сейчас будет. Эти базары, здесь пизда сейчас будет. Сука, манит. Ну куда идти-то, блядь? Сюда? Я туда пойду, мне пох. Цепь восстановления роботов. Диспетчерская, изолятор и комната погружения. Ну и кто? Блять, ну... Ну ты же понимаешь, что это пизда, да? Сейчас было. Бля, ну вот это пизда. Прекратить, блядь, кто это нахуй говорит вообще?
Слышали? Ну, слышали. Бля, вот такие... Бля, мне вот это вообще не нравится. Надо прекратить, надо прекратить. Блять, прекращай, мать, хуйней заниматься. Лично нас, смотри, ебашит только так. Охуенно. Надо пошумим еще дополнительно. Джаспер. Джаспер. Не в пизду, блядь, не шепчи мне здесь. Не хочу туда. О, это омикрон? Все такое простое, такое ограниченное. Надеюсь, не потому, что у меня инструмент разваливается. Так, надо найти вам энергокостюм, чтобы нас не раздавило в толще воды, как жестянку из-под газировки. Думаете, мы найдем такое, в которое я влезу? Я ведь как бы уже в костюме. И меня это беспокоит. Вы помните, как вас переместили из Ванкувера? Торонто. В общем, сюда. Как я мог забыть? В общем, мы это сделаем еще раз. Хотите послать меня в будущее? Да нет же, балдамы. Я хочу переместить ваш разум в новое тело. Что? Слушайте, мы уже знаем, как это делать. Фактически обычное дело. Необычное, Кэт. Нифига оно необычное. Должен быть еще какой-нибудь способ спуститься. Только Данбот над этим мог выдерживать такое давление. И вы видели, что случилось. Так придумайте что-нибудь. Саймон, прошу вас, не надо так быстро переключаться. Подыграйте пока. Найдем что-нибудь еще отлично, а если нет? Ничего не обещаю. Охуенно. Спасибо, Саймон. Осмотрите комнату. В ней должны храниться энергокостюмы, если они еще остались. О, ебать, включилось. Питания нету. Саймон, поищите костюм в шкафчиках. О, блядь. Ну вот есть Г. Я нашел энергокостюм. Внутри мертвая женщина, ну, вроде как женщина. Как и у тела в пристройке, головы у нее нет. Мерзость. Хотя, может быть, это к лучшему. Поищите рядом терминал и попробуйте его загрузить. Осуждаем, блядь. Что это за пиздец вообще, блядь? Три.
На ТАУ один есть, на ТАУ, блядь, на станции подъемник и на метро. Пиздец. Материал не лучшего качества. Но списывать еще рано. Помните, что мы нашли на ТЭСе? Костюм, который вы носите, это по сути энцефалочип, от которого работают в настроенных аккумуляторах несколько литров структурного геля. И ваша мертвая коллега, Имаджин Ри. И если подумать, нам невероятно повезло. Мы нашли костюм, в котором уже есть мертвое тело. Пожалуй, вы правы. А как насчет Нио? С чего вы решили, что он подыграет? Это же не магия, это алгоритмы. Заданный шаблон. Нио не сможет нас отвергнуть, даже если бы он мог этого хотеть. Все же не радует меня этот план, как-то неправильно. Прошу вас, я не могу сдаться. Мне нужно запустить ковчег. Значит, нам нужен энцефалочип, структурный гель и набор аккумуляторов. Да, тот еще списочек. Спасибо. Я буду здесь, если вы не против. Я вернусь. Послушайте, нам нужны энцефалочип, энергоблок и структурный гель. Мы еще вспомним, где их найти. Ну что, сейчас и ёбка пойдет. Сейчас пойдет ёбка. Просто же так ничего не может быть, да? Вечный кошмар. Началась ее. Ну, естественно. Thank you.
пизду. Чего, блядь? Я не хочу туда, ребят. Ну, я честно не хочу. Ты идешь в пизду, а не в пизду, что обычно. Альфе нужно лекарство. Альфе нужно лекарство, блядь. Прямо в впадину поместите это. Во впадину поместить это в альфу. Бабла. Еще так опять. Охуеть, блядь. Конец стал, конец альфа. Взять гель на альфу.
назад. Сердце Альфа. Иди в пизду, блядь. Страски, ты тут? Слышу тебя, Херби, в чем дело? Да я так проверяю. Мне тут надо по делам отойти. Это может несколько дней занять, окей? Рейли Хербер покидает пост прослушки. Серьезно. Серьезно, Страск. Серьезно. Ну ладно тогда. Береги себя. Да. Омикрон, слышите нас? Четко и чисто. Все в порядке? Мы прибудем, как только подружимся с энергокостюмами. Вы к ним привыкнете. Эй, посмотрите-ка! Я просто хотела отметиться, прежде чем мы пройдем последний рабочий зонт. Скажите что-нибудь омикрону напоследок? Не забудьте нас забрать. Вы это слышали, да? Не волнуйтесь, не забудем. Все, идем в зону радиомолчания. Удачи! Тау, ответьте, пожалуйста. Говорит Рейли Хербер из Микрона. Ответьте, Тау. Невозможно подключиться. Передатчик Лумар вне зоны. Да, да, поняла. Невозможно подключиться. Передатчик Лумар вне зоны. Невозможно подключиться. Тау, невозможно подключиться. Передатчик Лумар вне зоны. Тебе важно, ёпта. Важно ему что-то, блядь. Ну там вроде больше, там больше ничего такого нету, честно. Так, чё, let's go. А, то есть нам по этажам нужно ходить, да, собирать всю эту хуйню? Чисто помещение. Кажется, сейчас где-то что-то какая-то хуйня будет. Мне так кажется. Мне так кажется, что где-то какая-то хуйня сейчас будет, явно.
Охуеть. Да, блядь. Понятно, нахуй. Может, я какую-то хуйню сделал? Понятно. Так, здесь что? Всем идеально, охуенно. Послушай меня, блядь. Кого мне послушать, ёпты? Ага. Сука, я все слышал, блядь. Я нанес гель на мертвую мышь, гель вернул ей некое подобие жизни. Оживленную мышь я поместил в одну среду обитания с живой. Оживленная мышь не проявляла ни к чему интереса. Живая, по-видимому, испытывала сильный стресс. Через 15 минут оживленная... Блять. Через 15 минут оживленная мышь атаковала и убила живую. Полчаса осуждаем. Мышь перестала двигаться, и труп... Ага. Блять. На фундаментальном уровне структурный гель не изменился. Это все тот же гель с поперечными связями. Сука, я все вижу, нахуй. А, блядь. Это же гель с поперечным... Прими гель. Нет. На графеновой матрице, что был введен в строй по всему Патусу 2. Несколько проблем не в самом геле, а в том, что управляет им. Нил... гель не приобрел никаких новых свойств, просто не использовать его так, как мы не могли даже предполагать. То есть Нио нам, то есть тут и дали Нио, не знаю, пытается нам его сказать, что брат, прими, давай, я осуждаю нахуй, нет. Пойти все указано на то, что все мандаты рыбы, акулы, останови Нио. Рыба, акулы и даже помощники управляются Нио с помощью структурного геля. Все они тем или образом подверглись воздействию заряженного геля, что вызвало рост злокачественных... О, осуждаем. Влияющих на их поведение и развитие. Мотивы поведения ей разгадать трудно, но известно, что это началось вскоре после уничтожения человечества астероидом. Не могу сказать... осуждаю. Не могу сказать точно, в чем именно... Не могу сказать точно, в чем именно причина, ошибка или это в программе, или тщательно... планированная... Чё? Эвтаназия? Но вряд ли это поможет нам всем. О, слушай, так. Конечно, видишь, что-то там... Я не знаю, что это за глюки. Что это за глюки? Нам говорит, что видишь, нам говорит, прими гель, а кто-то говорит, а другой говорит, сны не ублять. Сны не ублять. Ну ладно. Структурный гель как проводник, интерфейс между энергоблоком с органической тканью. Никогда не видел такой скорости. Нигде нам эту хуйню сделать. Нужен чип. Бля, охуенно, где мне этот... Но явно где-то здесь же, нет? Охуеть.
Блядь, да ну. Допустим, блядь. Может быть, мы правильно сделали, а может быть и нет. Ну все, гель мы нашли, осталось что-то еще, да нам. Еще нам кто-то помогает, а кто-то, ну, так на ИИ или НИУ помогает, ну, говорит, что, блядь, давай ты за меня будешь, брат, за меня. А я говорю, нет. Сейчас, блядь, было. Ты видел? Это не то, к чему захочешь привыкать. Это смешно. Это очень смешно, Джулия. Что такое? Такая прозрачная. Что нужно, Рейли? Мы же друзья? Да. Думаете, Альфа существует? А что? Почему вы спрашиваете? Мне кажется, Рос пытается что-то сказать. А станция Альфа? Он хочет, чтобы я... Что прочитаю? Вы же там были. Я подумала, вы сможете меня образумить. Охуеть, давай прочитаем теперь, давай прочитаем. Связь Пола Лански. Пола Лански, ага, ебать, что, 2104 на 1.03, охуенно. Связь между перегрузкой системы и трупом осуждаем. Доктора Росса подтверждена. Мне удалось на пару секунд экранировать стеклянную капсулу, и в это время мощность системы значительно упала. Если нам необходимо держать Росса на станции Омикрон, я предлагаю устроить какой-нибудь постоянный экран, чтобы избежать серьезных неисправностей в системе. Нил определенно как-то восстанавливает Росса. Ничего безумнее я еще в жизни не видел. Нил с помощью структурного геля в стенах направляет на все системы, которым может получить доступ. Датчики фиксируют невероятно сильное электромагнитное ионизирующее излучение в районе стеклянной капсулы, и колебания в этом излучении будто передают инструкцию гелю в теле Росса. Не знаю, зачем Нилу нужно восстанавливать это тело, но, по крайней мере, когда-нибудь он закончит его чинить, и это безумие прекратится. Значит, Нио так получается. Восстановил чьё-то... Чьё-то, короче, тело. Не-не-не, не хочу. Не тогда, блядь, мне тогда хватило, ебать. Что, блядь? Ну, а дыхуй, да?
Не-не, отсосешь-то, отсосешь. Я не буду спорить. Так, ну здесь... Я просто проверяю все, чтобы посмотреть. Ну, ничего не пропустим и что-то такое. Я сенхер, что нам вон туда нужно идти, да? Понятное дело. Но я на всякий случай все проверяю. Ну, блядь, let's go, чё. Ух ты, блядь. Нахуя мне сюда? Здесь мне ничего не нужно менять. Не, здесь ничего не нужно нам. Странно. Значит, нам не сюда. А, вон дальше. Все, больше ничего здесь нету. Наверху должен быть энергоблок. Поищите его. Охуенно. Мать, ты не хочешь сама сходить, а? Наверх. Наверху должен быть энергоблок. Энергоблок нам уже с вами. На каком верху, блядь? Где проход наверх? Чешо. Подожди, а здесь нет прохода наверх, правильно? Нет, здесь нет прохода наверх. Странно, очень странная хуйня, честное слово, какая-то хуйня странная. Бля, понятно, вот сюда, да? В черных ящиках вдруг усиливаются. То коматозный доктор Росс заперт в стеклянной банке. Мы все сейчас немного психи. Да уж, голова просто раскалывается. Если гипотетически
Можем мы не дать Нио мутировать? Это не так работает. Даже если бы была станция Альфа? Гипотетически, можно, наверное, попробовать. Рейли, вы что, записываете? Извините. Я просто... Понятно. Причем, заметьте, только она, так понимаю, тут, сказала, что, бля, может, нахуй? Ну, вот это мне не очень мне нравится вообще. Это мне хуйня вообще не нравится, в принципе. Он вроде бы здесь привязан, хуй знает. Естественно, блядь. Сейчас тут какая-то хуйня будет, да? Но я не сомневался. А здесь что? Главный вход. Нам, значит, не сюда, да, сначала, нам туда. Поехали, блядь. Ой, блядь. Сука, блядь. Поехали, блядь. Давай, залупа. А, этаж ниже. Вот это мне хуйня вообще не нравится, блядь. И звуки всякие, блядь, страшно. Генераторная. Пошли сначала с генератором. Так легко, да? Склад, смотри, склады. Блять, мне кажется, сейчас тут прятаться придется от кого-то. Я, блять, уверен в этом. Ну, естественно, такое большое. Такое большое, да? Не, подожди, я сначала сгоняю туда. Да, может, там какая-нибудь информация есть. Ой, бля. А здесь... получше уже. У меня столько большое все, да? Я имею в виду. Это? Йохан Рус найден мертвым на подъемнике. Команда Ковчега спустилась пару дней назад, но я не думаю, что она причастна к его смерти. Альфа. Команды Ковчега не было.
Дэн, Эймс, Лански. Все изучают запертое тело. Я расскажу, что им станет известно. Эленда Эст. Пиздец. Нил становится все агрессивнее, доводит все системы до предела. Забавно, что именно покойный доктор Йохан Росс мог бы ответить, почему именно Нил так бурно реагирует на его смерть. В конце концов, Нил не должно ничего хотеть, и уж тем более горевать о смерти людей. Перегрузки системы заметно влияют на персонал. Головные боли, бессонница, повышенный стресс. И похоже, что ситуация ухудшается. Советовал бы кстати, если разберетесь. Далян Дест. Все вышло из-под контроля. Персонал еле держится. Да, вот это пиздец вопрос. Половина уходит с кровью из носа, а другая половина вытирает кровь с глаз, чтобы не заливала. Блять. Это явно как-то связано с тем, что Нил пытается освободить Росса. Не удивлюсь, если тело само встанет и уйдет. Релли Херберт, наш диспетчер, ходит повсюду и задает лишние вопросы. Она говорит, что спустится в бездну за Альфой. Я все не решусь ее остановить. Вот это вопрос, блядь, вообще охуенный, я считаю. Это прям самый охуенный вопрос здесь. Давай отправим, хули. Короче, понятно, кого-то челика, да? Это он с нами разговаривал. Какой-то мужик с нами разговаривал, получается. То есть это тот, кого она восстанавливал, да, вот эта вот тема. Ну нам туда в любом случае с тобой. Не просто так эти лабиринты ебучие. Ну, я так и думал, блядь. Блядь, читаем хуйня. Я понял. Короче, я так понимаю, прокрасться мимо нее, да? Давай попробуем. Тихо, успокойся.
Это чел какой-то, да? Ебать, смотри, что за хуйня. Тихо, все, спокойно. Нельзя нервировать, понимаешь? Нельзя нервировать, я понимаешь? Короче, я так понял, это типа, ну, если двинешься, да, около нее, когда она вот так будет стоять, то она течет. Все, блядь. Не, блядь, конечно. Но просто так нас отсюда не отпустят, я думаю. Просто так нет. Пиздец, блядь, что нахуй? Тебе напишите, камера, что-то такое было, что это за монстр, не монстр, не знаешь, кто это вообще. Просто стоит, что-то плачет, не плачет, потом опа, и агрессирует, опа, и агрессирует. Ну, так, я просто как понял, что просто нужно было стоять в этот момент, когда он агрессирует, и все. В моменте, когда она начала агрессировать, нужно было просто стоять. Заприте дверь! Что происходит? Я испугался нахуй. Думаю, я разозлил еще одно чудовище. У нас есть все, что нужно, так? Да. Ебать. Давайте начинать. Я же говорил, что это будет. Я говорил, что такая хуйня будет. Ебать нахуй. Ебать его в рот. Это безумие. Не бойтесь, работает. Просто пиздец. Я же говорил, что будет. Гляньте, чтобы все было вместе, чтобы гель соединил все части. Так, попробуйте еще раз активировать. Пиздец, ты видел, блядь? Просто, блядь, хуйня побежала за нами. Это хуйня побежала в номинку, ебать. Я думал, он там сует, не там сует, чешу. Просто ебанешься, блядь. Правда. Поверить не могу, что мы это делаем. Все хорошо. Так почему бы вас в костюм не включить? Я думала об этом, если бы вы отказались.
и пошли бы без меня. Я иначе не могу, Саймон. Это важно. Я должна запустить ковчег. Вы правда это сделали? Сменили тело? Да. Если хотите остаться здесь, я не буду мешать. Я не хочу указывать вам, что делать. А это будет как раньше? Закрою глаза и потом... И снова откройте. Ладно, давайте. Спасибо, Саймон. Сядьте на место пилота. Может потребоваться загрузка. Эй, а как сесть-то, блядь? Ну ёп. Нам надо отмотать активность с вашего текущего чипа, пропустить через усилитель, залить в новый чип и убедиться, что все синхронизировано. Я половину не понял. Вам и не надо понимать, вы главное помогайте. Это все. Теперь можете залезть на место пилота. Уже? У меня все под... Пиздец ты, блядь, ну что это вообще за игра? На самую дорогую фотокамеру в мире. Знаете, индейцы думали, что фотографии забирают их душ. В данном случае они правы. Что, блядь? Он вначале так же говорил. Ну это же вначале говорил. Бать, выпусти меня. Мать. Что это было? Нет, я просто... Почему он еще говорил? Он такой же, как и прежде. Кэтрин, почему он еще говорил? Это нормально, вы же знаете. Вы о чем? Вы же знаете, что это не магия. Вас скопировали. Спящий в кресле Саймон был скопирован, и теперь вы тут. Также Саймон продолжал жить в Торонто. Черт вас возьми, Кэт, два Саймона? Не может быть двух Саймонов! Ну а чего вы ожидали? Что, вы возьмете мой разум и пересадите его в другое тело, как пересадка мозга? Жаль, но это так не работает. Вы хоть понимаете, какой это бред? Прошу вас, я не хотела огорчить. Ну а как мне еще на это дерьмо реагировать? Не надо. Вы отвратительный! Что с ним будет? Поспит чуть-чуть, несколько дней. А потом что, проснется в этом долбанном кошмаре? Совсем один. Так жестоко. Ну а что вы хотите, чтобы я с ним сделала? Подружилась? Рассказала, что мы его бросим, когда пойдем в бездну? Что если... Что если ему не нужно будет просыпаться? Вы бы смогли? Я не знаю. Может быть... Вот, я все для вас настроила. Если хотите разрядить его батарею, нажмите выключатель, он умрет за минуту. А мне бы пора отключиться. Какой выключатель, блядь? Ой, блядь, выключатель, ёпта! Правильно пишет. Ну ладно. Я еще помните, на когда что 7 3 назад она говорила, что проводит двойника. Видимо, вот надо. Помните, говорил там какая-то, ну, тема какая-то, Робин говорил, что про двойника. Помните, говорил про двойника? Вот она есть. Но батарея неисправна, пишет, батарея неисправна. Что, все, это финал такой? Thank you.
там что? То же самое. А, ебать, понятно. Кажется, я правильно пошел, изначально. Да, блядь. Пиздец. Ну, сука, я же вижу, блядь. Что-то мне нужно, ёпта. Что происходит после смерти? Это вообще возможно? Если есть какая-то загробная жизнь, как вы думаете, мое место уже занято? Настоящий я умер 100 лет назад. Есть ли для меня еще место? И что насчет Саймона, которого я убил на Микроне? Как думаете, Кэт, есть где-то рай с избыточными копиями одних и тех же людей? И есть там кто-нибудь, кто назовет меня самозванцем? Мне ведь повезло, да? Что я очнулся в правильном теле. Считай, судьбой в Орлянку сыграл. Не угадал бы, гнил бы сейчас на Омикроне. Ведь заранее не узнаешь, да? Вы же не гарантировали, что Саймон начнется именно в том теле, да? Да и как бы вы узнали, он бы вполне мог считать себя правильным, Саймон. Боже! Ну, ужасно! Это же полный бред! Вы бы и поверили, да? Ну а как бы вы поняли, что это не я, не настоящий я, не тот, который всегда был? Ну скажите что-нибудь. Мне и думать не хочется. Пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Я не хочу вас расстраивать. Хоть что-нибудь. Когда я была маленькой, то часто поднималась по ступенькам до самого верха здания. Я до сих пор помню, с какой силой надо было упираться рукой, чтобы открыть тяжелую стальную дверь. Когда я впервые осмелилась туда зайти, я вышла на крышу и смотрела, как над Тайбэем поднимается и оседает смог. Я встала на угловой уступ, и там, знаете, был такой теплый ветер, шевелил мне волосы. Солнце садилось, на улице наползала тень от высоких зданий. Толпа внизу струилась, как краска из-под кисти художника. С лотков торговцев воздух наполнялся запахами всей моей любимой еды. Я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром. Никогда еще я не испытывала такого сильного чувства внутреннего комфорта. Потом это чувство ослабло, но я еще много раз поднималась на крышу. Я не религиозна, но понимаю, зачем людям религия. Осознание своего существования сильно вдохновляет, пусть и не всегда. И вы по-прежнему чувствуете тот восторг? Даже сейчас? Сейчас все иначе, но мы еще живы. А какой смысл продолжать? Все пропало.
Все оставшиеся люди — цифровые копии в компьютерах на дне океана. Мы никогда не сможем отстроить свой мир заново. Вас правда так печалит нынешний облик? Или вы горюете о человеке, который пошел на сканирование 100 лет назад? И то, наверное. Там, в Торонто... Даже в худшем случае я мог предсказать, что будет. Плюс никто не лишал меня прошлого. А тут как с корнем вырвали. Я ничего здесь не узнаю. Нет никаких воспоминаний. Даже если мы дойдем до ковчега, что от этого изменится? Я так и останусь один. Ни друзей, ни семьи. Вы можете завести новых друзей. Всем интересно будет узнать путешественника во времени. А если нет, у вас есть... Кэт? Эй, Кэтрин! Что случилось? Давай мы тут сладко оставим на следующий серии. Так длинно получилось очень. Думал, финал, но тху финал. Всем за просмотр, такая серия получилась. Ставь лайк, подписывайся на канал, если сложно, мне приятно. Всем заранее, кто это делает. Это поддержка мне огромная, реально. 74% смотрит без подписки. Это такое, все надо исправлять, правда. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.